спросите, почему же я пошел без костюма? Ответ прост. Я просто зассал. На тот момент я был обычный парень и был не готов к публичным выступлениям. Эй, Фил, ну сколько тебя ждать нужно? Ну? Ща, иду. Придя домой после фестиваля, я был воодушевлен и немного расстроен, то, что не пошел в костюме. «Ну как тебе фестиваль?» — спросила другана. «Круто!» — ответил он. «Жаль, что я пошел без костюма». «Ну и мудак». «В следующий раз я точно пойду в костюме». «Я тоже». «Отлично!» К счастью, через несколько дней анонсировали еще один фестиваль. Это был Ава Экспо. И уже через 2 месяца! «Отлично! Надо подавать заявку!» И я пошел готовить костюм. «Блин, где же этот костюм?» «Ага, вот пиджак. Брюки есть. Рубашка. Так, галстук есть. Что-то какой-то стрёмный. Для заявки пойдет». «Да!» Фоткаемся на заявку. Дальше нужно было найти похожий пистолет. Но его нигде не было. Ни в интернете, ни в магазине игрушек. А пневматические дорогие. Но я нашел решение. Я склеил его из обычной бумаги, найдя детали в интернете. Потратив несколько дней на проклейку мелких деталей, я наконец закончил свой пистолет. Осталось только купить другой галстук, и можно идти на фест. К счастью, магазин был недалеко от дома. И так как одному в костюме было идти очень стрёмно, на помощь пришел мой друган Алексей. Ha 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 ha